Ось так. І поки ви прокидаєтесь, шукаєте, що випити зранку, каву або чай. Іван навіть там закохується. Але на нас вже завітала гостя Катерина Єпіхіна, чайний експерт, і буде сьогодні розказувати і показувати, як же ж правильно брати якісний чай, за якими критеріями. Тож, я думаю, не варто вже якось затягувати час. Давайте починати, бо чаїв у нас сьогодні на столі багато. Я навіть деякі ніколи не бачила, навіть на картинках. Давайте почнемо. Отже, як випрати якісний чай у Миколаєві взагалі? Що, на що треба варто звертати увагу, що читати на упаковці? Розказуй. Ну, я вообще представляю не коммерческий чай, а коллекционный. Поэтому в магазине такой чай найти в обычном магазине, в супермаркете невозможно. Тому я его не бачила ніколи. Не то, что в Николаеве, как бы, да, сложно найти. Вообще в Украине не так много чаев хороших. И поэтому следует искать какие-то небольшие, маленькие специализированные магазинчики. Сейчас хорошо очень много интернет-магазинов, где можно найти настоящий китайский коллекционный чай. На что следует обратить внимание, это в первую очередь аромат чая. То есть в таких вот магазинчиках, которые занимаются чаем профессионально, да, они обязательно дадут попробовать аромат чая, то есть откроют перед вами баночку. Также на цвет самого чайного листа. Для каждого чая есть свои параметры. Там для зеленого чая одни, для там красного или черного другие параметры. То есть если вы выбираете тот или иной чай, нужно определиться, какой чай вам нужен. Давайте разбираться с параметрами. Бо в магазині, ну, колекціонний ми зараз залишимо, да, трошки. А в магазині, коли ми купуємо, ми не можемо завжди там подивитися упаковку, але деякі є, де показують, який чай всередині, за якими критеріями обирати, от на що звертати увагу, який має бути чорний по кольору, який білий, який зелений. Если видно чай, да, если не открывать упаковку, но это все равно не даст вам гарантии, что вы возьмете хороший чай. Чай должен быть целостный, то есть целый лист, не крошка, не пыль, потому что в слишком измельченном чае, если он не должен быть таким, потому что есть отдельные виды чаев, которые измельчают в мелкую пудру, это японский чай. Но если вы выбираете все-таки более там привычный чай, листовой, тогда нужно смотреть, чтобы лист был действительно целый и не поломанный. Потому что если вы выберете чай, в котором будет очень много пыли, или лист поломан, он будет просто горьким и не очень вкусным. Тобто ось на що треба звертати увагу, вони мають бути цілі. Які зараз чаї у нас на столі представлені? От мене цікавить тільки оце, знаєте, як дівчинка на золоте, от мені так подобається, я ніколи не бачила такий чай. Ну давайте почнемо з першого. Да. Вообще очень много на самом деле чаев, и каждый из них по-своему прекрасен, каждый обладает множеством достоинств, и, например, классификация чая по степени обработки. Так выделяют 6 групп чая. У нас многие, да, у нас многие знают там, ну какой вы знаете? Вот, Я знаю черный, зеленый и какой-то с жасмином. Это то, что я часто пью. Да, средняя, как бы, это самая распространенная информация. И многие думают даже, что это разные растения. На самом деле это растение одно, просто разница в том, каким способом обрабатывают чайный лист. И в итоге получается вот 6 групп чая. Первый из них — это зеленый чай, который считается не обработанным, то есть не окисленным. Сок в листе, он практически не изменяется, поэтому зеленый чай считается не ферментированным. И именно в этом чае больше всего кофеина. Ага, тобто таким чаем можна замінити каву зранку і збадьоритися. Да, причому чай, учеными доказано, що чай бодрить лучше, чем кофе, потому что кофе дает резкий скачок энергии, и потом через минут 20 эта энергия уходит. Возможно, многие как раз чувствовали этот эффект. После кофе хочется спать через там какое-то время. Какой эффект от зеленого чая? Зеленый чай, он дает тоже эту энергию, но достаточно плавно и не падает, то есть нету таких скачков. То есть чай, он как бы держит ровную линию, и для организма это с точки зрения, да, вот медицины тоже более полезно, потому что не происходит резких перепадов. И после чая обычно после зеленого спать не хочется. Слухайте, ну і одразу хочеться спитати, скільки його можна випити зараз, тому що буває, що ой, мені не допомогло, давай декілька чашок, а потім ой, мені погано. Чи можна так, скільки його можна пити в день?
Я думаю, нужно... есть все же пропорции. Нужно прислушиваться в первую очередь к своему организму. Это как бы лучшее, что мы можем сделать. Если есть еще индивидуальные как бы, особенности организма, там давление, например, какие-то вот такие моменты, поэтому ну, зеленый чай, он обычно поднимает давление, он тонизирует. Mm-hmm. Поэтому если давление повышенное, то все-таки не рекомендую пить очень много зеленого чая. Вот. Но в первую очередь, конечно, нужно прислушиваться к организму, что он подсказывает. Угу. Наступный, якийсь невідомий. Следующий чай – это белый чай. Вот здесь очень много почек. Этот чай состоит исключительно из почек. Угу. То есть это еще не распустившиеся листики. И как делают белый чай? Вот собрали, причем сбор белого чая, он длится всего там несколько недель. Поэтому этого чая очень мало. И он дорогой, мало кто о нем знает. И... Почему я его не знаю? Я его не пью, я его не бачила, как даже собирают. После сбора, получается, чайные почки раскладывают просто на бамбуковых таких плетеных решетках, и он под солнцем просто высыхает. И все. Он высыхает, стоит белым? Нет, он сам по себе белый, потому что его собрали таким, ага. Почка покрыта ворсинками. Вот этот цвет дает ворс. Это интересно. Сколько его можно пить? Какой от него эффект? Ну, белый чай рекомендуют пить даже беременным и маленьким деткам, потому что в нем нет такого большого содержания кофеина, как в зеленом uh-huh. чае. Очень много антиоксидантов, и белый чай он занимает рекордное место среди продуктов, которые может употребить человек по содержанию антиоксидантов. Ни в каком другом продукте нету столько этих веществ. Uh-huh. А як можливо підробку цього білого чаю визначити? Бо я думаю, багато хто придумає його якось пофарбувати. Можливо, знайдуться такі. Ну, ви його не покрасите, це просто испортить как бы чай и чем больше вы знакомитесь с такими чаями, есть чайные профессиональные сомелье, эти тестеры, которые могут определить, просто посмотрев и попробовав аромат чая, ну, как бы можно сразу понять. А если его заварить и попить, тогда уже точно будет понятно. Угу. Поэтому человек, который выбирает чай, да, вот, ну, например, вот эти небольшие магазинчики, в которых содержится немного чая коллекционного, да, обычно они сами отправляют к местам произрастания этого чая, закупают и выбирают. То есть они дегустируют и привозят уже качественный продукт. Если вы доверяете этому магазину, этому человеку, который занимается чаем, ну, тогда как бы, все будет хорошо. Так, отже, я зрозуміла, в більшості треба його через знайомих обирати, бо дуже багато можна знайти підробок. Що це за наступний чай? Следующий чай – это тоже очень редкий чай. Его даже называют запрещенная драгоценность. Ого. Это желтый чай. Жовтий, я думала, зелений. Он похож на зелений, ну, как бы цвет чаю присваивают не по цвету самого чая. Это, я повторюсь, это степень обработки чайного листа. Жовтий чай считается средним, среднеферментированным, поэтому он жовтий, собственно. Его делают тоже исключительно из чайной почки, и если мы смотрим на предыдущий, да, почка отличается очень сильно. Угу. Это было... специально выведенное чайное растение. Вот так выглядит классическая чайная почка. Она вот острая, как иголочка. Угу. Скільки такого чаю можна пити? І взагалі по ціновій політиці. Ви казали, що він найдорожча цінність. Скільки ж він буде коштувати, якщо хтось захоче спробувати? Ну, тут дуже різний діапазон цін одного чаю, може бути. Поэтому, ну, он, конечно, ну, дороже, чем средний чай в магазине, да, но зато этот чай, если вы приобретаете такой чай, вы знаете, что это хороший продукт, качественный и что он приносит пользу действительно. Угу. Наступне, от той, що мене зацікавив, золотий такий. Этот чай называется Пуэр. Пуэр, у него тоже есть своя классификация. Он просто завернут как бы, в такую угу. упаковочку. Сейчас нам покажу, это одна из форм пуэра. Их очень много, на самом деле. И сейчас, как бы вы сказали, что это очень много чая на вашем столе, но это всего лишь... Тобто, это просто... Это даже не все виды.
Это не все виды, и каждого чая еще, например, зеленых чаев больше 200 наименований есть разновидностей. Боже! Белых тоже там порядка 5 можно найти чаев, то есть не так много, как зеленых. Желтых, вот их разновидностей немного, их там 3-4. Знаєте, мені навіть добре, що їх я не так багато знаю, бо я б не змогла визначити, що ж пити таке зранку. А так знаю там декілька назв, і то й п'ю. Що це якийсь пресований, да? Так, це пресований чай, і обычно пресують пуэры в большие такие блины, лепешки по 357 грамм. Эта форма сделана больше для удобства, чтобы ну, вот, на один раз заварить или там отломать половинку. Угу. Вот такой чай. И пуэров тоже есть. Это черный пуэр, который, если кто хочет отказаться от кофе, от кофейной зависимости, то вот можно переходить на пуэр, потому что он очень похож по вкусу, он очень такой, именно на черный пуэр. Угу. Темный, насыщенный, такой густой вкус, и многие вот как раз переходят на пуэр, поэтому этот чай тоже утром можно пить, и есть еще как бы такая рекомендация не пить чай на голодный желудок, потому что у чая кислотная такая среда, и особенно у кого там проблемы с желудком, то чай нельзя пить на голодный желудок, лучше позавтракать. Угу. Давайте этот пуэр – это единственный чай, который можно пить на голодный желудок. Ось так, всі запам'ятали. Пуэр можна, ті не можна на голодний, обов'язково перед цим поснідати. Ну і давайте швиденько розберемо, хоча б назви дізнаємось, що це за чаї такі. Вот этот чай, он относится к группе улуны. Улун – это чай, который обладает наибольшим количеством эфирных масел, это самый такой. Хотя эти чаи тоже очень ароматные, но по содержанию как раз в процентном соотношении эфирных масел здесь на порядок больше. Улуны это тоже всего лишь один представитель, потому что улуны есть вот такие более темные, лист продольной скрутки, так называемый. Есть улуны более зеленые, сферическая такая скрутка, более плотная. Так, і такий чай цікавий. Наскільки я знаю, вже мені розказали, тут би поцікавилась, його кидаєте в чайничок чи у чашку, і він розкривається просто. Да, дійство таке, да, пити чай. Категорія арт-чая – це чай, який зв'язують шелковою ниточкою, внутрь вкладають, роблять його на основі зеленого чаю, як правило, внутрі какой-то цветочек, это может быть жасмин, например, или лилия, или еще какой-то цветок, формирует бутон, он засыхает и во время заваривания раскрывается. Слухайте, як цікаво. Сьогодні стільки інформації дізналася про чаї. Все думала, що є чорний і зелений. Виявляється, їх стільки видів, можна пити. І ось ще чаї, на жаль, не встигаємо все розібрати. Багато питань було сьогодні, але ви тепер знаєте, як обирати, скільки пити можна, яким чаєм можна забадалюватися, особливо зеленим. Тож можете заварювати, але перед цим обов'язково з'їжте якесь тісточко або бутерброд, щоб прокинутись, зарядитися енергією, випити чай, це замінить вам каву. Дякуємо нашій гості, чайному експерту Катерині Епіхіні, що завітала до нас і розказала про чаї.